Всем привет, друзья, с вами я, Клад 2001, и это новый 38-й выпуск моего города в Майнкрафте. И да, друзья, в общем, сегодня будет обширное обновление, поскольку... в общем, у нас теперь... если больше 10 тысяч человек, теперь уже... представляю вам новую цифру. 11 815 человек, да, друзья. Кстати, уже увеличились благодаря новым живым домам, которые поставил. Вот они. Сейчас посетим их. Вот. Вот они. Такие вот живые дома у нас. Такие вот балкончики вместо окон. Так. Погодите-ка. Так вот, я, в общем, например, закрыл несколько пару окон, это были калькулятор и блокнот, я просто подсчитывал. Если население, после этого я подставил новые дома. Ну, давайте не будем тянуть и продолжим. У нас вот два лифта и такие вот квартиры. По 4 квартиры. Дальше у нас такой вот мусоропровод, вот такой вот вариант. Всех советских домах и были. Вот, ребята, извиняюсь, вот часто бывает, что падают кровати, что постоянно, ёлка ЛМД. Ой, ну что, даже приходится самому снаружить. Вот здесь вот шкафы, телевизор, колонки для телекнички, флаг, коврик, четыре кровати и... от кухня и ванная с туалетом. Ну и окно типа палево. Так, по сути дела, они все такие одинаковые. Так, сейчас поднимемся на последний этаж, на крышу. Ой, извиняюсь, я чихнул. И да, как видите, здесь нету, как бы, просто лестницы, там только лифт. И вот такие балкончики, как я говорил. И выход, и на крыше. И как видите, она чуть... этот дом размером с высотой 115 этажей уже достигла до облаков. Казалось бы, можно было бы сравнить с небоскребом и телевышкой. Телебашней высотой 253 блока. Хотя, давайте-ка измерим этот дом. Сейчас спустимся вниз, посмотрим, считаю, сколько получилось блоков. Так, 61 блок, не меньше. 61 блок высот. То есть это основное. А вот все остальное это уже крыша. То есть плюс еще ограждение. Все второй блок. 65. И высота теперь 65 блоков. Ну, если считать ограждение, антенну и так далее. Ладно, в общем, дальше. Еще такой же дом, еще один есть, на другой улице. Остановка вон такая. Ну, обычная остановка. И да, вот здесь вот заканчивается Днепровский проспект, и здесь начинается, в общем, здесь начинается улица Космонавтов, да. Обещал, что будет ребрендинг, но... но я решил обойтись без изъянов. То есть без... чтобы не париться, типа, меняя таблички с адресом. И дальше вот так вот мы, продуктовый магазинчик, который... вместе с остановкой. Ну, по сути дела, такой вот просто касса и полочки. Простой вариант. Ну, стол как раз довольно красивый. Это вот еще дома поставил... то есть еще скопировал вот эти дома.
Вот этот дом, который показывал в первой серии, но... Но, помню, в первой серии у меня получился фигня какая-то просто. Ну, из-за того, что у меня просто лагал Майнкрафт. Ну, если вы хотите качественный обзор про вот тот живой дом, который, несмотря на то, что я копировал ее... Так, в общем, поставил ноутбук на зарядку, в общем, продолжаем. Так вот, я обещал, что будет, как бы, более по качественный обзор, ремейк обзор про вот этот живой дом, несмотря на то, что я копировал. Это, друзья, как бы самый первый дом, который построил в первом выпуске про мой год в Майнкрафте. Такой вот подъезд, там вот просто лестница. Дальше у нас типа вот такой вот интерьер здесь большой экран. Ёлка-макарелька, что-то падает уже. Здесь просто две кровати, большой сундук, верстак, наковальня, пригоритель, со зачарование, такая кухня маленькая и ванная. Ну, вот такой вот интерьер. Ну, там тоже все то же самое же, что нет смысла показывать. Дальше у нас магазин Пятерочка, вот такой вот вариант, в общем, старый добрый вариант до 2013 года. Вот такой вот старый логотип Пятерочки. Дальше у нас все-таки реклама старая. Со старым логотипом Пятерочки. Слоганом «Низкие цены всегда». Такой вот вариант. Ну и логотип Пятерочка. Ну вот такие вот кассы у нас здесь. 3, 4, 5, 6, 7, 9 касс, да. Если посмотреть отсюда, то... Да, все правильно, 9 касс, здесь проход. И дальше у нас уже идут уже товары. Ну и склад у нас здесь. Вот такой большой склад получился. Кстати, у нас еще один живой дом такой же, но уже чуть побольше. Ну и выглядит как по-нашему. Так, у нас здесь там по две квартиры. Здесь вот как бы коридор вот такой вот. Здесь с телеком. Хотя нет, не коридор, а гостиная. Здесь кровати лежали, но как бы опять такая же фигня, что и с тем же домом, который я показывал в начале ванна. Вот наша кухня. Да, кухня здесь и дальше балкон. Подниматься на крышу все равно нет смысла, что вылезем нафиг. Смотрим отсюда, вот так вот, довольно красиво выглядит. Довольно красиво выглядит стена, которая здесь одна, типа белая и голубой. Да, в общем, как я и говорил в начале, здесь, в общем, теперь это будет здесь начинаться улица Космонавтов и заканчиваться Днепровский проспект. Поскольку выглядит, ну, довольно не очень Днепровский проспект. А вот так уже улица Космонавта уже получше. Вот. Казалось бы, что еще показать, но больше нет чего особенного, кроме того, что я, в общем, прокопировал еще несколько домов, тем более. И все это, в общем. Ну, даже немного сделал обновление на пусть на улице Зюганова, в общем. Еще поставил гвардейские ленты. Да, сейчас вот они, гвардейские ленты поставил. Здесь вот. И здесь будет еще и флаг. Хотя, в общем, я... И, может, поставлю флаг, может, не поставлю. Но тем более, это рядом мы.
Потому что рядом мэрия, администрация. Ой, ёк-макарёк, блин. Там вот ограда повреждена. Сейчас вот, вот так вот. Во! Чинили ограду. Еще, наверное, здесь флаг поставлю. Тут магазин «Первая полоса», который... То есть не совсем магазин, а как бы киоск. Здесь ничего особенного, там просто вот как бы забегавка. Ну и что сказать, в общем, больше ничего особенного, кроме того, чтобы... Кроме того, чтобы просто сказать большое спасибо за большой вклад в историю этого города. И, в общем, мы постарались, в общем, очень сильно старались, пока мы строили город. В общем, выписали идеи, я воплощил их, и в итоге получилось то, что у меня вот такой большой город вырос. Ну да, мы пересекли уже отметку 10 тысяч, уже 10 тысяч человек. И мы справились с этим. Мы справились с этой задачей на 5 с плюсом. Почему на 5 с плюсом? Потому что я в группе Яковлевской области ВК я оставил опрос, типа, сможем ли набрать 10 тысяч человек до 1 февраля, поскольку 1 февраля будет перепись населения Яковлевска, которую мы набрали за январь. И в той же группе вы написали, что в том доме, который вот здесь вот, адрес вот, Днепровский проспект, дом 10, написали, что типа здесь должен быть магазин, как бы мебельный магазин и ресторан. Ну, постараюсь это воплотить это в жизнь. Эту идею в жизнь, естественно. Да, в общем, говорю, что я освежу скин, но не получилось освежить скин на формате 4К, увы. Извините, но это правда. Ну ладно, друзья, не надо переживать за этого. Еще вся жизнь впереди. Да, друзья, мечты сбываются. Что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, поставьте лайки. И да, друзья, напоминаю про 1 февраля, в том, что будет перепись населения города Яковлевска. Набрали за январь, а зато мы подведем итоги. И это видео сделано еще и в честь 25 подписчиков в моей группе. Кстати, огромное вам спасибо за это. Ну, в общем, на этом все. Больше спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте писать идеи. В общем, вы пишете идеи, я воплощаю эти идеи в жизнь. Как я и говорил. В общем, всем пока!